Вы смотрите Блиц новости от Профтайма. Давайте же начнем. Погнали! Ежегодно для первачей в ВУЗе проводится посвящение веревочный курс. Это своего рода соревнование между институтами, где студенты выполняют различные задания на ловкость и смекалку. Однако в этом году мероприятия не будет. Зато традиционно правком проводит розыгрыш призов среди всех первокурсников, вступивших в профсоюз. Подробности можно найти в инстаграме правком студентов БГУ. Совсем скоро свою работу начнут спортивные секции БГУ, а набор студентов ВУЗ объявил на этой неделе. Не упустите свою возможность и успейте записаться на первое занятие. Наш земляк прошел отборочный этап проекта шоу «Танцы на ТНТ». Это студент исторического факультета Лев Зимин. На кастинг Лев пришел с танцем в стиле паппинг. Выступление наставникам понравилось, Егор Дружинин даже назвал его артистом, но добавил, что нужно еще что-то уметь, чтобы продолжить выступление в проекте. Несмотря на замечания, Лев все-таки услышал заветное «Ты в танцах». Выпуск можно найти в интернете. А мы будем следить и поддерживать Льва, пожелаем ему удачи! Профтайм выпускает новые рубрики в группе ВКонтакте. Следите за нашими новостями в социальных сетях. А на этом пока все. Хорошей учебы и до скорых встреч. Пока!